Ну я типа реди. Ну тогда по пизде получается. У меня не регает удары, блять, опять. Вот я бью чела. Вот я бью чела у себя на мониторе. Вау, да. Блять, ну, да. Какое говнище, пиздец. Ну, здесь, ну, короче, раз... такая же хуйня. Ну да, ну хотя не так, блять, долго это было. Здорово, чатик, всем предик. Чё-то тарафлан ебал, а босс, блять, конечно. Ну ты, блять, 5-й левел, что-то взял. Ты думал, он тебе сейчас будет ебучки скрывать на 5-м левеле или чё, блять? Тут пассивок надо вкидывать вообще. Тут по 16, много, по 12, блять, в один скилл, блять. Cold Frost хуйня. Тут... Уеба кайф. Бля, вот этого ползунка во многих играх не хватает, конечно, я и скейл. Сейчас нормально, кстати, не лагает ничего. Короче, тут фишка в том, что у торговцев очень охуенные шмотки иногда продаются. Прям типа ёбнутые вообще. Не знаю по поводу первого левела, но в лейтгейме типа я постоянно чекал. Но я ауе тупо, господин. Ауе. Ну я вон и бошки, блядь. Ну, нет, тут анимация значительно круче, чем в Титан Квест, конечно. Так тут, я тебе говорю, один в один игра, но просто лучше, я имею в виду. Ой, рарка. 6 тысяч хп, блядь? А сколько мы его пиздить будем? Ну я мелкий попищу, я хуй его. Это пиздец. Так он подхиливается, блядь. Блядь, ебучий Альберт. Сюда. Так, ты бафик какой-то на меня навешал? Да, это я немножечко так. Все, ты готов? Немножко настроения добавил, блядь. Ну, там, короче, Poison Res, вся хуйня и реген хп. О, можно второй класс выбирать, Саш. О, у Nightblade сразу две одноручки можно ездить. Ты вроде танчишь на изи, с регеном. Не, мне вообще до пизды чё-то на него. А мне тоже. Еще что-то кастовать помимо этого, блядь. За лутинском. Блядь, куда? Ты это не видел, блядь. Я видел, как ты влево кинул. Нет, 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 нихуя не было. Да как ты, блядь, не докинул-то нахуй? Будет неприятно, чел. Блядь, а походу вот этот так портал они покрасивее не могли нарисовать? Ебай, он ее бич ногит. Вот направо. Оп! О, так ты... Здрасте. У меня лазер-рейд он еще появился, типа. Бля, ну статов в этой игре, по-моему, перегруз лютый вообще. Нахуя так не, много... Нет, тут именно разные они именно. На нахуй. Ебать, он прилег, чё-то. Ну я с ног сбиваю чела, да. Я и говорю, ты отталкиваешь эту хуйню. Как спекнуть? У меня тут просто есть скилл, который при обычной атаке может активироваться. А я тут скачал типа лазерейд. А, ебать, йоло, плюс ты здорово. Так, давай астральную эту хуйню посмотрим. Давай, да, смотри. Я тебе могу еще объясню, как это работает. Там... Да я помню, там связки типа определенные берешь, и у тебя там супер бонус какой-нибудь ебанутый дается. Кста там. Там все не, пассивки. Ты выбрал примерно хоть что как? Да, погнали. Ну, так ты скажи, у меня ветки-то одинаковые, я типа скажу просто. Ну, я пиздить хочу, блядь. Не, она вроде простенькая, просто надо понимать, как это работает. Так, это все экшен-рпгшки так устроены, ты просто знаешь. Да, это... да, да. О, перчаточки такие нормальные выпали. Ебать, какие перчатки, чел. Так, а, ебать, мы проскипали там мудроу, блядь, грейвьяр. Мы ничего не проскипали. Мы сейчас сюда пойдем, в эти в подземелье, вон ебаные. Че, кого забанить? Да бань их нахуй всех. Нас забанил, блядь. Блядь, нас, сука, все. Ну, ебашил, блядь. Если что, напишешь в группу ВК за разбан. Наберешь, блядь, там. Так, одну секундочку. Ладно. Взрывай нахуй. Ладно, блядь. Не сюда. Я тут думаю, чем я так хорошо в комнате? У меня комната, дверь открыта. Из дурки. Из дурки? Еп. Слепись. Ну, у меня тут такая дурка. Ты когда-нибудь побудешь в гостях, поймешь, почему дурка, блядь. Ебать, ты пошел там, блядь, колотить. Ты промазал чего-то. Чел, это не я промазал, блядь. Ты промазал, я видел, блядь. Скам за лупом, блядь, на варбаре, ебаном. Не, вроде у тебя давно не лагало, ну, в плане. Да, ну заебись, все в вначале какое-то это было, блядь. Это нахуй Рафлан ебало чисто. Потрольбасить, нахуй. Игруха захотела. О, видишь секретка? Она на карте вообще не отображается. О, нихуя. На мониторе зато, ебать, как отображается. О, вот то, она только на мониторе отображается. Норм работает? Да, пока норм работает. Вот смотри, мы какой левел? 15 левел. Смотри, какие статы, блядь, на шмотке. Почему в этой игре черкторы как бомжи обрыганные выглядят? Типа стилистика такая, бомжатная тупо. ХЗ. Там в конце потом очень классно выглядят персы, я наоборот запомнил. Так говорю, это пиздец. Мне, короче, шмотки сыпят только на этот скилл. Это, блядь, первый раз такая хуйня. Пошла. Ебать, насыпь.
Насыпала. The reward. Уф! На, это красивая хуйня. Она даже выглядит охуенно. Ебашь серпом тупо от души. Нихуя. Ебашь, надевай. А, ну-ка, так они. Ай, хорошо, блядь, жнец ебаный готов. Готов умирать. А тут конверт дэмэдж, он как? Типа, можно стакать физ и нормально будет конвертиться или... Дебильно все. Ну, так же, как в ПЕ. Так, мне надо еще поразмыслить, посидеть насчет того, куда вообще качать эту ветку. Так я говорю, ты мне скажи. Потому что я вообще не выкупаю нахуй. Скажи, что ты хочешь примерно. Дэмэдж, да, ну, естественно. Дэмэдж! Тупо дамага, блядь. Где моя дамага? Не, так а чё я имею в виду? Блит дэмэдж по факту? Не, физикал. У меня же со мной физикал. Ибо у меня реген бодрый, блядь. Ебать, мобоу, чел. Я кристалл ломаю, чтобы не спавнили больше. Ломай. Я мобоу как раз тут, у меня хороший билд под мобоу. Я ебать фармлю тут. О, ебать кайф. Какой-то серьезный молодой чемодан. 35 косарей, здравствуйте. Не, мы его ебали вообще. Не, мы вообще ебали его, я согласен. Там подметочка еще, блядь. О-о-о-о. Пошел нахуй, блядь, вышел нахуй. Че, где-то. А у него стадия, кстати, будет. Где-то. Я даже фласку не нажимаю, чтоб ты понимал. У меня так просто перерегенивает. Я реген нажимаю просто. Бля, ну че он тебя не пиздец, блядь. А ты до сих пор с этой косой лул. Ну да, пока ничего мы с ней не упал. Как в целом игрушка, ну такое пойдет до поя поиграть. Не, поево вне конкуренции. Не, вообще. Я тогда что думаю, я Титан Квест соло пройду, раз там лагает все пиздец. А в Гриндаун вместе будем играть. А когда там, блядь, время-то? Ну, если будет время играть Титан Квест, буду играть Титан Квест. А, в этом плане. Взрывай нахуй, ебать. Ну, у меня нормально уешь, только дэш. Остальное все полная хуйня. Вот лазерейт вот это, он только в упоре вот. Так, обратно в ТП, еп. Блять. Ну дай, блять, ты, блять, такой ну, кривой так, портал, так, пиздец. Дай, нахуй. Вот нахуй, блять, портал делать вот таким, сука, овальным, блять. И он причем не просто овальный, он еще как-то боком на тебя смотрит, блять. Вообще не кликабельная хуйня, блять. Чел какой-то нормальный. Бля, рублю его, нахуй, рублю его, блять. Тупо. Вот, да, вот этот чел, я его помню. И он выпиливает. Да, тут это уже нормально дерется. Тут типа их несколько таких челбасов. Бай, я случайно взорвал нахуй им тут все что-то. Бай, чила сбросил нахуй просто. Да ты заебал. Да ты заебал. Да ты туда или туда открой, ёбаный. Столько статов в предметах, это пиздец. Не, в этой игре определенно перегруз в плане статов. Блять, 8 строчек. То есть это рарка, 8 строчек у рарки. Вы че, ёбнутые? Тебе как минимум надо секунд 30, чтобы одну шмотку прочитать. Блять, сюжет, такой нахуй сюжет. Чуваки, в ПЕ вот тоже ебашим. Пиздец, за сюжетом очень интересно наблюдать. Я его ёбнешься просто. Блять, лор huge amount of lore. Единственное, что я знаю из лора по Е, это, блядь, пирандусы. Значит, арбуз, блядь. Ну, лабиринт там, пиздец. И я нахуй бомж ёбаный, который на море чилил и что-то проебался. У меня плюс один туал скиллс, понял? Нормально, блядь, базаришь. Я базарю, базарю. Мурлок. Не знаю, ты планируешь больше 50 левел поиграть? Я бы поиграл просто. Ну, пока играем, нормально, вполне. Дропать желания нету. Там просто 50 как раз начинается, блядь, вот эти предметы охуевшие. У меня тут, блядь, знаешь, какая пассивка есть? Total Damage Modifier, блядь. Ну, то есть это more damage по факту. А, Total Damage Modifier, да, по идее, да. Охуеть. Это в шамане, блядь. В Солджере не было такой хуйни. Я раздобыл динамит, слушай, раздобыл динамит. Нихуя себе, блять. Мы ставим, короче, завтра дополнение. И я спекаю нахуй Солджера половину просто. Ебать там скильчики, блять. Какой-то ворот, блять. А, это, блять, переход в локу. Ты куда вышел, нахуй? Ебать, ты не заходи туда. Вот в эту хуйню не заходи, туда зайти можно. Шарик этот, понял? Не заходи туда вообще, там пизда полная. Вот там вот этой зеленой шняги везде, блядь. А почему туда не заходить? Там же точно что-то есть. Блять, ну, йоло?
Давай. Давай, блядь. Куда бежать? Ты разведал, что там? Я не знаю, я зашел, охуел и ушел, блядь. Вот. А, все, чё, ебать, блядь? Не, нормально, нормально. Ебать ты долбоёб. Нормально, да я пусси, блядь, я пусечку дал, блядь. То есть ты пришел, а что, блядь, нам тут делать? Вот почему он на тебя... Ты первый, блядь, напал на него. Ему похуй, ты вкуснее. На, нахуй. Да чел! Ну он просто задувает. Он просто задувает нахуй. Slightly Mad разрабатывает параллельно. Она тоже выйдет летом, в августе. Чё, ебать? Ты багом мог. И легком пройтись по поверхности планет. Трейлер выглядит пустовато, но авторы обещают поселение, форпост... Сейчас такие, блядь, челы. Star Citizen. Блядь, придется доделать игру. В минувший четверг должна была состояться крупная презентация Sony, посвященная играм для PlayStation 5. Но из-за протестов в США компания перенесла ее на неопределенный срок. По той же причине сместились сроки нового показа Cyberpunk 2000. Теперь, когда мародерствуют, тогда, блядь, протест? Охуеть. Охуеть крутое время. Охуеть, в какое крутое время мы живем, пиздец. Создатель не забросил франшизу. Да и глупо было бы так поступить после того, как она наконец... Battlefield 5 скоро тоже появится в Steam, вероятно, в честь окончания активной поддержки. Нынешнее состояние игры радует, наверное, только шестерых танцующих парней, а остальные продолжают тщательно обвинять компанию в обмане. Не, в пятой батле все очень хуево. Игра пиздец красивая вообще. Все регает, все попадает, все хуево, но, блядь, какая она хуевая, вот. Целостно это, блядь, шок. Разрешение ебать. Снизилось до 720 точек в портативном и до 1080 в стационарном режиме. Но частота осталась на отметке 30 кадров в секунду. Вау! Постаралась сделать управление максимально... Nintendo, let's go! Блядь, ведь Vita даже быстрее. Блядь, я не пойму. Sony реально долбоебы. Они могут выпустить портативку, которая вообще нахуй уничтожит Nintendo. Блядь, просто сотрет. У них уже есть опыт с PS Vita. И, ну, это хорошая консолька была, пиздец. Нихуя не понимаю, блядь. Опа, ай-я-я! Пошло, ай-я-я, блядь, жесткое. Пиздец, я там посмотрел, там... Регни? Ебать классов всяких новых. Ну, да. Три. Ну, в смысле, для такой игры это нормально. Ну, блядь, да. Не пой, где там уже два ксря струнников, блядь. Я что-то посмотрел, ебать лог, сколько новых, я не понял. Ну да. Они что-то контента накидали, пиздец. Ты просто не понял, наверное, что нам игру перепроходить три раза надо. Без понятия, сейчас побегаем. Сегодня Ярчик рожает БТВ. Дочу. От кого он залетел? Ну да, вот. Получается, не он рожает, ладно. Да, он, я тебе говорю, блядь. Как он залетел, блядь? Ну он вот, может... ну вот так вот. Получается, ему миллион дадут. Изи мой. Стонкс. Макс Стонкс, блядь. Join game. Contacting сера. Найс. Там, короче, фул твой айпишник пишется. Ну и да, не спрятать монитор, равно Дианон, блядь, друга хули. А вот он я, меня не надо искать, я тут. Кто-то хочет один на один выйти, блядь. А как ты 30-й? Ты что, хуесос? Я пошел качаться пока. В смысле? Чел, ты 30-й, блядь. И чё, блядь? Чел, ты 29-й угонял, блядь, всё, вышел. Тебя это смущает, блядь, или чё? Везде смущает, алло. Ебать. Ну всё, это уже другая игра, блядь, другие люди, другие правила. Не, в Гримдауне можно нормальный автоатак билд сделать, ну просто как долбоёб. Есть. Левой кнопкой бить. Так там и Devotion на это тоже есть, интересно. А, пошуль, я тут... Держи вот так и вот так, в общем. Динамит 17. Ясно, выйди нахуй отсюда. А у меня перенёс этот черектор, короче, стрелок, понял? А у меня на нём вот этой хуйни много чё-то. Только у тебя тогда и других там резов пиздец, типа крови, блядь. Ну да, да, да. Бьё, блядь, будем данжи бегать. А я, блядь, ауру не включил, ёб... Смотри, какая аура, бля, очень страшная. Слышишь, боишься, если чё? Всё, пока, нахуй. Выключай, я тебе отвечаю, смотри, выключай монитор, пиздец, страшно будет. Ебать. Чё ёбнутый, блядь. Я сильный пиздец. Чё ебанутый, блядь. На всю башку, нахуй, и кудошки тоже. Как мои друзья ложки, блядь, без башки. Блять, ты такую дубину мне подогнал, Паша, это я пиздец. Я знаю, блядь, чел. Это такой пок. Вообще не зря спекнулся под эту дубину. Там такие бонусы дает вообще лютые, блять. Короче, вот эту анимацию коготочков видел, что тебе бьет. Так вот, а эта дубина может в сингл таргет эти коготочки настакать. Что ты, блять? Кто ты?
Ого, опа, Монка Омега. Не, ебать, индит. Я фул. Я фул, до свидания. Ебать, я выбил дубину точно такую же, только пизже. Чел. Бля, как же мы взрываем сочно, ебаный рот. Ох, ебать. Кастуй, Павлеренко, блядь. Хорошо. Красиво, блядь. Ты чё мою хуйню лутаешь, блядь, слышишь? Тихо. Ты чё мою хуйню лутаешь, блядь? А я все спину. Пшёл отсюда, блядь. Открывай ТП, ты не открываешь ТП. Хорошо, и мы заходим в моё ТП. Подожди, я захожу в твоё ТП. Так. Я захожу в своё ТП, все. А потом в моё. Ты открываешь, и мы в моё заходим. Ебать, это... Ничего не говори просто, нахуй. Блядь, какой же ты... Я не знаю, Паш. Ничего не говори. Мне блядь, так жаль иногда бывает, что... Ладно, не буду ничего говорить. Мне так жалко разработчиков игры, блядь, вот честно жалко. Так, ты открывай теперь, мы в моё заходим. Так. Ебать. Блядь, мне жалко разработчиков. Блядь, ебать. Ну да, там вообще по краям пиздец. Какие-то рыцари, тёлочки, блядь, маяки там. Ебать, девочки. Андромеда вообще, блядь, какая-то. Там шейпер, блядь, какой-то вообще, блядь. Часики, ебать, какой-то, блядь, пиздец вообще нахуй. Здорово, ребят, приветик. Нормально. До поешки и скоротать время пойдет. 185, здорово. Да мне поебать. Мне похуй, я хилю, что ты мне сделал, блядь. Вышла нахуй, блядь, очередная. Пока. Я таких мамаш на завтрак ем, блядь, кажется. Ох, нихуя сверкает на улице. На нахуй. Ебать его ебало. Ебахуйнуло нормально себе на улице. Шлем продается тут. Рефуш? Ебать. Рефьюш. Отказался, блядь. Реджеп, блядь. Рефьюш. А мне похуй, я англичанин, блядь. Американ Лондон, блядь. Ты, блядь, рефьюш, ебаный. Американ, Лондон, блядь, Пакистан, Рашен, ебать. Нормально. Блядь, Пепа, нормально что, блядь? Оп. Можно ли здесь убрать звук, включим микро? Нет. Для тебя, блядь. В смысле, я токсик, Лямбда? Я для него, блядь, оркестр бахнул, нахуй. В смысле, я токсик, блядь. Ты типа завидуешь, что ли? Ну давай я для тебя тоже бахну. Так, я на тебя ТП сделал. Ты открывал там ТП? Чё ты там слишком сложно? Да, взять? Крафт этот я ебал, блядь. 20 тысяч пизденей, блядь. Сложи, блядь, получи хуй, блядь. Здорово, чатик, всем привет. Титан квест? Ой. Ну да, в принципе, тебе там квест. Сюда, блядь! 141 тысяча, блядь! Что за пассажир, сука, ёба? Не, ему и бычку квасило, че люто. А, у него стадия. А, ну да. Иди сюда, блядь. Демон ебаный. И мы таких демонов ненавидим, блядь. Пошёл нахуй. Блядь, 600 уже было же у тебя, 4500. Ты ничего не делаешь, в смысле ничего не прибавляется, алло. В смысле, я качаюсь, чел. Как у тебя 38-й? У меня две палки еще. Да ладно, я понял, ты ебаный тухейтер, который просто физик вообще ебашит. Вообще, нет, я кунин качаю. Да. У меня 518 физик, 430 кунин. А видео доказательства будут? Да, я только что на стрим показал. Ну а как это не монтаж, можно подтвердить? А, блять, вот тут проблема. Maybe монтаж. Не, Паша, ну... Умный, но нуб пиздец вообще. Да какой нуб, блядь, тухейдер на бегу. Да нуб ты ебаный. Понятное дело, что у тебя нормально. Да нуб ты, бля, ебучий. Я посмотрю, блядь, как тебя потом сожрет просто эта хуйня. Будет орать сидеть. А чё мне сделать? Я же милишник, бля, мне надо подойти. Ой, ебать, ебать, тут вечеринка. Тут вечеринка. Возьми ТП, блядь. Нормально, подожди. Все, БК. Ебать, мы смотри, как ювелирно ТП обошли, понизу, блядь. Если бы я не вернулся, сейчас было бы мемно. А это тебе уже, тоже? Это уже Лего, да, я так понял? Легендарий предмет. Что? Подожди. Сейчас, внимание. Как он у тебя называется? Totally Normal Buckler. Так. А теперь, что это? One-Handed Mace? Да, я тоже прочитал такой. Чего, блядь?
В смысле Мейс, нахуй? Сейчас придумал. Блять, как же много в этой игре статов, ебаный. Да. 11, какой 11, блять, подожди. 13 полосок у предмета, блять, это. Ебать, я накручиваю ее. Я прям... Да. Я создаю. А, блядь, точно, все же надо... Нихуя не пизды дают, нихуя не пизды дают, блядь. Я кастую пиздец, если... Чел, тебя могут наебать вообще инстанты. Нормально, блядь. Ебать на пол. Все в порядке, блядь. А, у меня нет. Я погиб. Ну, вот волнешка. Я тоже вот немножко умер, блядь. Ай, мы только не оставили. Ай, блядь. Это такая же хуйня, как в поя. Ты вроде бегаешь, бегаешь, дэмэджа нет, блядь. Потом ебакс, и все, блядь. Блядь, все-таки матку могу век. Блядь, ту, нахуй, говори, нормально. Матку мама не могу, блядь. Ветку мага надо было. Матку века, блядь. Матку века, нахуй, тупо. Мама ветку, блядь. Сука. Что-то, блядь, ну не могу говорить. Так бывает, блядь, я че, базаришь, блядь. День Роб, добрый, здорово. А, ну сейчас как ебанет, типа. Какие хорошие пятигушечки, ебать. 10 сабок чату в честь Евы Ярославовны. Вот так вот. Ну, поздравляю, получается. У Ярчика заспавнилась дочка. Слышишь, что это? А там у Ярчика дочка заспавнилась. Опа. Right now. Так и что это получается? Ева Ярославовна. Ну я потеснюсь, ладно, со своей стороны. Я дам в мире еще место. Придется немного подвинуться, блядь. Ты написал 10 сабок в чату в честь Евы Ярославовны. Покупай сабки, блядь, значит, алло. Так я куплю, у меня ничего. Ну все, нахуй. 10 сабок, блядь, покупай. Ну все тогда покупаю, сабки, хули, ебаные. Все, сейчас пойдет. Нахуй. Блядь, чел, ты че, я зашел на твой стрим, короче, у тебя по волосам ебать хуйня ползет. Убирай, блядь. Ты дурак, я без зерка стримлю. Бля, почти. Ебать ты наёбщик, пиздец. Блять, я почти чел, поверил. Я почти поверил. Ты посмотрел. Ну и следа. Ты посмотрел. Ты уже потом типа кеквейт, я же без уёбки. Но это было легкое, пиздец. Не, сосать, блять, сосать. Я там пиздец, экстрим для сосать. Не, я Вольсон манибэкнул вообще. Да? Да, я в час поиграл, понял, что это полная залупа. И ливнул нахуй. Hello. Да. Hello. Ты чё, блядь, обзываешься нахуй? О, сука, извини. Чел, ну ты мне блочишь нахуй всё. Каракас, барабас, говносос. Еп. Хуесо. Моя игра улетела нахуй. Чел. Вот ты пиздел. Что-то заклинание чел. Какое-то хуёвое у тебя. Чел. Бафы, чел. А, бафы, блядь. Оп. Всё, красиво. Не, ебать он сосал вообще. Не, этих я убью, вот этих вот. Я мейн пизжу. Нон-стоп. Охуенный ты военный, чел. Ну давай вот тентакли побьём. Да уже, блядь. Да какие тентакли? Тут три элитника бегают. Ладно, я уже всё. Максимально сосал. Даже не было, не вылезли чела, блядь. Я лутаю, мне похуй. Не, ебать он сосал вообще, слышь, просто. Сейчас прочитаю. Нормально. Слушай только. Сюда. Ну, нормально читаю. Давай. Vendigo Totems репрезенты Darker Side у Shaman Rituals. Опа, так. Embracing the Vicious Duality of Nature. Так. One must die so that another may fit and live. One placid the totem will drain the life from nearby foes. Опа, так. All while creating a soothing aura, блядь. Так. That heals Elias. Все, заебись. Так. Так. The totems are taboo. Tribes suit as the primal hunger spirit invoked to... Это похуй вообще. To power the totem is perilous to control and has driven many shaman mad. Это хуйня, это лор пошел. Feeling them with an insatiable hunger that inevitably leads to cannibalism. Я тебе говорю, это похуй уже, это лор. Вот. Vendigo Totems scale with player damage bonuses. Leaves for 15 seconds. Чел, уже поебать, я уже знаю, что он делает.
делает? Что он делает? Дрейнит хп с врагов и хилит нас. Ебать, охуенно. Бля, ебать, как просто, когда он вот меня начинает. Ай, блять. Да, 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 что-то, блядь, чувствуется, пиздец. Меня немножко жмыхнули, блядь. Как ему английский? По-моему, превосходно, блядь. Ебать, что? Кого тут нахуй? Нормально, погнали, блядь. За. Ебать, ты чё, ебать? Я побежал пиздить. Вы знаете, играть по билду или же по правилу я русский? По правилу я русский, мне вообще похуй. Ну, я русский, есть топор, всё, погнали, блядь. Ебать. Ты Паша, дошел, я да? не хочу умирать! Ебать, это убивает вообще мясо! Паша, блядь! Выходи, так выходи из рума, кайф сюда. Так я по кругу бегаю, нормально. Выходи, 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 братишка, блядь, выходи, он тебя же уничтожит. Он меня разгачубасит люто вообще. Танкую, блядь, отважно. Нет, там пиздец дота его. Пошел нахуй. Пока он бегал, блядь. Но это не. Не, это не босс, если что. Кикует. А кто это? Моб, блядь, белый, блядь. Это хуй с горы, чел, это хуй с горы. Там босс пиздец Армагеддон кастует, я помню. Там, блядь, дождь вообще, я ебешь. Ты посмотри, там еще скилл какой на этой пушке, пиздец. Плюс 3509 дэмэдж. Ебать. Чел, понял. Ну просто иди нахуй, блядь. Просто иди нахуй. А, 500% main hand damage, блядь. У меня на оружии, блядь, 24 all damage и 40 poison. У меня нихуя нет на пушке. Дай мне пушку, блядь. На. Пиздец, бразонь. Actually, пушка? Экшли, блядь. Минус 1300. Минус 4500 она мне дает, если чё. Такие пушки падают. Ну вот дохнуть нахуй. Я нахуй сейчас заплачу, блядь. Мне похуй, я зареву. Блядь, Паша, ну блядь, я тоже сейчас заплачу нахуй. Поехали, лазбосы, пиздец. От смеха только, блядь. Вот, ну вообще похоже, но... Паша, я не пойду туда, нахуй, иди. Ты нахуй там скачал. Я не пойду тут, пошли обратно. Иди. Го по кругу, го по кругу. Это не то еще, это не то. Там будет одна рума, как финальная. Ой, хорошо, как они там стоят. Как они там стоят. Ой, блядь. Это пиздец там заливочная. Сука, не, какая крутая игра. Это пиздец. Ебать, чел, надо выйти. Блять, это ловушка. Тихо, 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 тихо. Нормально, держи, я держу, я держу, я держу. От тотема отойди, ебаный. Все нормально. Ты в ауе ебаным стоишь. Да, блять. Меня бей, блять. Вот они он меня... я, блять. Пиздец, паника. Блять, как же хуёво. Бля, я не хочу этот шрайн нажимать, Паш. Я тоже чё-то пиздец. Ну давай, смотри, как сделаем. Смотри, 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 смотри. Ну раскастуемся и это. И нажмем. Я встаю. Блять. Ну вот уголок хороший, вот. Хорошо, хорошо. А вот этот вообще заебись. Ты вот тут стоишь, а я вот тут стою. Но давай, если в тебя что-то прилетит, то ты сдох нахуй. Инстантно. А, ну нормально. Я их так выебал. Да бля, чел, ты можешь отъебаться? Что это? Нахуй! Почему все именно, сука, на милишника и лайтового, нахуй? Так, неприятный чел, а. Бля, меня завязали, завязали, блядь! Завязали, завязали, иди, завязали, да-да-да, не вяжут, пиздец. Как хурма, блядь. Ебать, ты, сука, как соска заорал. Так я не хочу умирать, блядь, хуйня. Да, 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 он слева, короче, он будет огромный, очень большой. Иди, агри. Не, пошел нахуй. Он быстрый? Короче, смотри, запомни. До свидания. А, блядь, а, блядь! Да, 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 тихо, 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 тихо. Он делает каст. Идет нахуй. Вокруг него ауешка, надо отойти, понял? Раз. И делает метеоритный дождь. Я не знаю, сколько он будет дамажить. Просто, блядь, блядь, к сведению, поехали. Запомни, метеоритный дождь, пиздец, ебет. Там много огня сейчас будет тоже, смотри под ноги. Вокруг кайтем, вокруг кайтем. По-моему, сосал, пиздец. Я горю люто. Да-да-да-да, я буду там. Вот, о, блядь, видишь? Пошел нахуй. Тут, по-моему, не будет ничего. Ну, стадий никаких. Разберем. А где лут, блядь? А вот здесь, вот здесь. Блядь, а... Блядь, а делов-то было, ёбаный. Что-то мы вообще всосали. Он, кстати, он проще оказался, чем при вот это гвард его ебаный, типа. Но босс, я ожидал, что он нас обоих сейчас убьет с одного я каста. Я тоже. С одного каста нас просто уебашит. Я помню этого босса, он... И мы пойдем куда-нибудь, блядь. Как линковать нам? О,
Я научился линковать, слышишь? Хуя, за секунду? Тише, тише, у меня просто практика игры RPG. Блять, только что сказал, сразу линковал просто, блять. У меня есть практика игры RPG, пожалуйста, уважение. О, ну это охуенный шлем. Охуя и говорю, охуенный шлем. Жаль, скиллы говна, блять. Жаль, скиллы ни один не мой. Еп. Плюс, yep. Но это все равно лучше, чем вот. Чел, require level 10, ты че, ебанут, блядь. Так у меня... Блядь. Ты рот, блядь, открываешь, ты можешь себе ебал болеть? Ты видишь, какие я шмотки лутаю, нахуй, с одними лайтингами, блядь. Хуесос сидит, нахуй, на двуручке, блядь. Я там что-то сижу, мне надо отойти, подойти, сделать разворот, в стенку бить нельзя, нахуй, понял? На спамить эту хуйню, прокинуть эту хуйню, поставить еще хилочку себе, нажать еще одну хилочку, марочку поставить, да, если что, флашечку напить, если что, уйти левую кнопку, а это, блядь, я милишник, блядь, тяр нажал, нахуй, пока. Что ты базаришь вообще? До свидания, а ты чё, шлем... А, шлем только не линканул, ну ладно. Шлем я тебе не дам, иди нахуй. Шлем тоже, ладно, как бы, блядь. Может, со шрайном разберемся? Шрайн, к которому мы подходили, а он такой, пошел нахуй. А как? Ну, а что? А где? С чем? Охуеть вопросы. Я тебе чё, блядь? Ты охуел, блядь. Понятно, блядь. Лиави. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.